Этот трек посвящается всем завистливым сучкам. Я не буду переходить на личности. Надеюсь, вам так все будет понятно. Да, и, кстати, такие сайты, как Спрашивай.ру. Любимые анонимчики, этот трек посвящается вам. Ладно, поехали. Ну как же меня заебали эти слухи сплетни. Ну когда же прекратится этот детский лепет? Детки, со штаны на лямках, вам не надоело? Ну давайте напишите про меня поэму. Дети могут прочитать, мне же интересно. Что-то новое узнать будет мне полезно. Ведь своим дешевым трепом делайте сильнее. Сами отпускайтесь, буду вас мудрее. Я не буду распускать слухи или сплетни. Вы поверьте мне, о вас знаю я не меньше. Саша, Маша, Даша, Света, Настя и Алены. Ну давайте прямо стадом, ну базарьте хором. Только просьба я прошу, поновее можно? А то тему мне про Кузи уже слышать тошно. Например, вчера я ездила на иномарке. Что можно придумать? Может, сплю за бабки? Да-да, новая тема, анонимы, я сплю за бабки. Я вам бокс-гет, маленькие мрази. Дорастите до меня, прежде чем базарить. Или просто познакомьтесь, что это до приличия. Может, вы тогда увидите отличие. Я вам бокс-гет, маленькие мрази. Дорастите до меня, прежде чем базарить. Или просто промолчите, будете умнее. Зависть скоро съест вас, вы уж мне поверьте. На, е. Этот трек я посвятила вам, MC Алика.